Привет, рыбачок 36 с вами. Сегодня выбрался опять на перекатик. Приехал засветло. Солнце только садится. Сейчас буду пробовать ловить. Надежда на головля, жереха, судак. Что будет, вы увидите. До скорых встреч. Ребята, вот первая поклевочка. Похоже на жерешка. Небольшого. Ну да. Вот такой вот небольшой жерешочек. На что взял? Цуёки гадер. Гадер 70 эвка. Ну, вот такой. Первая поклевка 6 часов вечера. Сейчас уже 8:30. Сейчас буду его выковыривать аккуратненько и отпускать. Ладно, все. Будет что еще, включусь. В общем, дела такие, ребята. 7 часов вечера вот и до 2 ночи. Одна поклевка и один жерешонок небольшой. Все, рыба стала. Головля вообще нет. Три дня, вот три ночи подряд мы на рыбалке. Первую ночь вообще ничего не было. Ни поклевок, ни поимок. На вторую ночь, вот вчера, три жереха я поймал. Два схода было, еще много было поклевок холостых. Сегодня вот одна поклевка и один жерех небольшой. И все, рыба стоит, головля вообще нету. Скорее всего, он пошел на нерест. Ему не до этого. Ну, а жерех либо на перемену погоды. Вот сегодня плюс 20 днем было. А сейчас уже 0, минус 1 пар идет. То есть температура резко упала. Тут, как бы сказать, можно подумать, что и температура резко упала, плюс еще очень много в дон зашло, на нерест идет селявка. Либо он обожрался и стоит, либо эти два фактора совпали. И температура упала резко, да, и плюс много корма зашло. Так что вот так. Все, собираюсь, еду домой. До скорых встреч. Ролик получится коротенький. С одной поимкой рыбы. До скорых встреч. Не забываем подписываться, ставить лайки. Пишем комментарии. С вами был Рыбачок 36. Всем пока.